Я считаю, что Гарант занимается очень хорошей миссией, полезной миссией, именно развитием потенциала тренеров в некоммерческом секторе России. Когда мы работаем с группой, некоммерческой организацией, местными сообществами, не только передавать информацию, да, и инструменты, какие-то методы, очень важно именно следить за групповой динамикой, потому что групповая динамика, она как раз-таки и влияет на результат. И люди, занимаясь, идут дальше работать с группой, и они тоже должны понимать, с какой группой они работают, потому что в любой группе есть лидеры, есть люди, которые исполняют, и есть люди, которые, как говорится, вот, реализуют. Внимание тренера должно быть распределено на всю группу, потому что мы понимаем, что каждый человек, который приходит в группу, он все равно ценен, он почему-то находится в группе. И мы взрослые, ну, профессиональное сообщество, поэтому для нас любой опыт, который имеется у каждого человека, ценен. Это развитие команды, это создание знакомства, ориентация друг к другу, определение роли, правил, развитие, рост, потому что без команды в НКО никак. И это очень интересно, когда ты заходишь в группу и работаешь, и ты понимаешь свою роль, свою функцию, и наша задача вот понять, как это происходит, а потом ее применить в работе.